was for my eye. If you leave me, are you sure you miss me? If you fly, you lose something in the sky. Listen to me, the romance leaves us free. Needs to be taken care like a tree. If you fly, you lose something in the sky. Say goodbye, happy first from my eye. If you leave me, if you fly, you lose something in the sky. Так, я не смогла удержаться, прям захотелось вот начало, типа вот это вот запустить. Так, это сейчас, окей, так, это привет всем. Свет! У меня лампа тут, она прям типа как на допросе. И вот, давай говори, где оно? Если ее повернуть прям совсем наверх, то получится вот так. В принципе, сойдет на сейчас. Наверное, это реально слепит глаза. Так, это что? Надо на фон бы что-нибудь включить, что-нибудь такое временное. Плевать я хотела на эти авторские права, если честно. Реклама, заткнись. Юль, привет, привет. А, чат. Чат опять уехал, давай сюда. В смысле разрешение появилось? Ты о чем? Оно у меня раньше было. Тут это, пока немножечко... Ну, я знаю, что ты здесь, но я еще Марии написала, типа, мало ли. В общем... А, я забыла фильтр написать. Ну, фиг с ним. Фиг с ним, фиг с ним. Я, знаешь... Это временно, наверное, это временно, потому что я обычно в 720 и пытаюсь... Не-не-не, ну там 1080, ну как бы я все равно это... Лоу-фай, типа, старые добрые времена, когда это все только зарождалось. Я что хотела перед тем, как начать? Я упоминала то, что та сцена, которую я хотела дождаться, про... раздвоение личности, она у меня некто вроде вдохновила на некоторые моменты вот, романа про Феликса. Я закодированно его так называю. Self-promotion, так сказать. В общем, ладно, заглушу немного музыку. Это она не совсем сюда подходит. Я немножко лоханулась. В общем, вот это... Так, камера, алё. Я все сломана, у меня почему-то не сразу все запускается. В общем, да, тут еще некоторыми любимый Денис есть еще, но просто... Ничего, что я немножко упарюсь и вот так вот зачитаю, типа... Типа, как я это представляю, тут один... Немножко спойлерно, но как бы не особо... Нет, это типа для начала, потому что и мало ли кто-нибудь еще подойдет, хотя я не объявляла об этом, блин. Просто как я это представляю, ты же помнишь эту сцену? Черт меня возьми. Чем я только думала, когда стреляла в нее? В каком-то роде она того заслуживала.
Но я убивала ее руками Феликса, а он тоже никогда не признает, что не признает, что делит голову со мной. Теперь ему грозит тюрьма, а между тем у нас был бы шанс бежать, мы бы успели. Нет, конечно, не успели бы. А пока Феликс спал внутри нашего общего тела, и я слышала его слабое дыхание в затылке, как бы не разбудить его раньше времени. Пусть еще отдохнет. Я медленно провела рукой по шершавой стене, которая безмолвно шептала по секрету: «К нам скоро придут низкий неказистый господин в капюшоне, от которого отдает тело телепатическими зарядами. И это плохо. Именно он и может уличить меня. И если бы кто другой, я бы не беспокоилась. Уж кто, а Денис при надобности легко посадит Феликса в психушку. И это будет из-за меня!» Вот и шаги. Готовься. Веди себя естественно. Ты лучше всех знаешь Феликса и как себя вести. Ладно. Ладно, я дальше перейду. Дальше вот... Это долго. Вот. У меня таких моментов несколько, но вот этот, мне кажется, самый показательный у меня сейчас. Ладно, Солида-то что? Она-то куда запросилась? Как вы умудрились поссориться? Будь на моем месте Феликса, он бы тоже не сказал. Алина исчезла, упорхнула его любимой совушкой. Ну и ладно, вернется еще, я уверена, еще и прощения попросит. Позлится, поплачет и примет нас, какие мы есть, как всякая по-настоящему влюбленная женщина. Ну чего молчишь? Мы так никуда не продвинемся. Будешь молчать, я заберусь тебе в голову, хочешь? Я злобно оскалилась. Уверена, Феликс бы сделал то же самое. И прильнула плечом к стене. Не лезь ко мне, дай просто подумать. Так долго я еще не была во всех смыслах живым человеком. Разбуди меня, Эстер. О, боже мой, этого еще не хватало, не сейчас. Ты все слышал, Феликс? А я тоже хочу слушать, чего ты там думаешь. Хорош прикидываться. Все-то ты у нас знаешь, что творишь. Что-то все-то ты осознаешь. Денис бешеной хваткой приподнял меня с койки и вдавил спиной к стене. Я тут выкаблучиваюсь, а ты в счет не берешь. Твою же шкуру спасаю, и вот такое мне спасибо. Мать твою, Феликс. К слову, твоей матери. А что с ней? Скажи, что это неправда, Денис. Да как он мог? И до мамы добрался, не пожалел. Так вот, что хотели рассказать Рэй и Летин. А я так и думала, что не зря нам звонили. Просто струсили. Как насчет обмена? Ты говоришь, как умерла Илона, а я говорю, что стала с моей твоей матерью. Я в ответ ухватила за капюшон Дениса, тем самым поставив его на одно колено. Феликсу угрожал думать. Тоже мне! Эстер, что происходит, Эстер? Тише, Феликс, не паникуй, мы все делаем правильно. Мы? Это ты делаешь, не я. Отпусти мое тело, разбуди меня. Сейчас, когда Денис на нас смотрит, он заметит подмену, учти. Разбуди меня. Упорно и верно я заставил себя проснуться. Кровь наливалась в жилах, она была моей кровью, согревая нескончаемым потоком тела, которое принадлежало мне. Я вытолкнул из себя Эстер, и она вылетела из тела в сырую гущу камеры прямо сквозь Дениса. Разрыв был столь сильный, что от этого импульса я ударился затылком о стену и сполз на койку, когда Денис развалился на полу. Чёрт, это было больно. Ёперный театр, что это было? Не спрашивай, выдавилась я из себя своим голосом, и мне стало так легко. Подождав немного, когда вернутся силы, мы поднялись и неторопливо зашагали к выходу из камеры. Вот и что мне тут? И что ты тут мне развел? Не видел, что ли, это был не я? Твоя чертова регрессия мне капает на мозг. Да не боись, на завтра все пройдет. Она действует лишь сутки, заверил Денис. Хорошо, убедил. Я повел себя как дебил, окей? И, встав в дверях, протянул мне руку. Нервяк ты, конечно, конченый, Денис. Но я прощаю тебя. И я пожал его ладонь. Пойдем прогуляемся, сказал Денис и вывел меня в основной коридор полицейского участка. Вот у меня есть подобные моменты, причем их несколько. Вот они в каком-то роде действительно были вдохновлены этой сценой, когда вот такой, типа, переход голосов и так далее. Это просто... Так, а теперь время игры сейчас запустим. Так, не сюда, чат! Чат почему-то перезагружается меня, ну ладно, сейчас. Да-да-да-да, Денис, так, чпыньк, отлично. Да, кстати,
Не забудем еще про это. Ну вы поняли. Сиокет там и зажжем. Так, а если... Нет. Пока так. Пока так. Я помню, как Артур горел на этой сцене. Я имею в виду на концовке, поэтому я уверена, мне будет не легче. Простите, простите за ор. Разыскиваю. А, Юля, хочешь почувствовать себя всесильной? Сделай что-нибудь. I am giving you a power. Я вручаю тебе силу. Нет, кстати, банка не одна осталась. У меня есть еще и... чтобы вы знали. Ой, жизнь будет. Так, пошли. Ох. Так, алло. А, все, пошло. Так, загрузка. Вот, все. Отлично. А эти внизу, или я закрываю, значочки мыши напоминают смеющиеся смайлики. Да, кстати, они видны такие. Я не знаю, я уже упорвалась. И, кстати, у меня в последнее время появляется идея о том, что, может, мне еще какой-нибудь цвет, ну, в смысле, либо пепельный, либо прям белый парик закупить, типа, чтобы Эстер заодно косплеить. Хотя Тина мне ближе, ну, просто, типа... Кто-нибудь из вас знает Алину Рин? Она... По крайней мере, раз. Я помню, она играла с Артуром, когда вот это вот, пятница 13-го было. У нее еще типа был сломан микрофон, она такая: «О, я тебя сейчас найду!» Ну, ты его ж не знаешь, но вот Юля... Я ее не особо смотрю, на самом деле, но мне нравится, как она... Почти каждый раз, когда она что-то записывает, она себе прям какой-то чётенький косплей делает. Или хотя бы закос прям вообще. Я на самом деле люблю людей, которые так делают. И Love Games тоже. Ну, прикольно. Это знаешь, типа косплей на дому. Не обязательно куда-либо выходить, но все равно, типа, люди видят, это красиво. А мы где? Подожди. Это мы отсюда? Ну... А мы где? Почему мы тут? А, ну мы, в принципе, недалеко, значит... Я ведь...
Не-не-не-не-не, все нормально, все нормально, все нормально. Мы просто повторим эту сцену, где это. А-а-а! Да. Алло. Она меня все еще пугает. Это внезапность. Простите. Подожди! А это если она меня запорит, это мне каждый раз... О, нет! Или это просто потому, что я в прошлый раз кушала? Надеюсь. Надеюсь, поэтому. Нет, 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 нет. Скоро рассвет, выхода нет. Celeste was a wise one. I don't think you share that. Такая захватила с собой на ходу. Хотя, чем лучше мы понимаем, что нам делать, тем проще это, так что... You're pathetic. You can't just kill me with cortisone. Нет, 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 о, вау. Прям сердце. Ну или почти. Японская мать. Простите, 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 простите. Я не хотела. Я что-то психанула. Нет, 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 ничего не было. Ничего не было. Ой. Celeste was a wise one. I don't think you share that attribute. Я это и пыталась сделать, но я что-то я не знаю. Бери еще. Сейчас нормально. Love him!
Я не знаю, что я делаю, но надеюсь, это правильно. Was a wise one. I don't think you share that attribute. Oh, нет. Почему нет? Ой. Я не знаю. You're trapped in here. You can't escape. Так, я могла бы как-то, блин, а я не знаю. Are you there? I'm not deaf for sure. Ой. Celeste was a wise one. I don't think you share that attribute. Это выглядело так, как будто я... У меня выпал кирпич. Простите. Ой, это самоубийство, это просто самоубийство. You killed the old man! How is your integrity now? You shouldn't do that! Ясно? Ой, это все, это край, я больше не справлюсь. Нет. У меня уже ничего не осталось.
конечно, да? Еще теперь. Доктор Рид, you're just a pathetic copy of yourself. Пойдем, нам придется пройти через этих бутыльков. О, нет. Was a wise one. I don't think you share that attribute. Oh no. Нет. I will make you regret your shit, fucking whore. You did the same with the others. You burned them all with no repentance. Нет, отвернись. Спасибо. Don't you understand? You can't escape like she did. Они палят. Посмотри, что ты натворил, сука. I can't see anything. Я ничего не вижу. Так, а куда мне? Бери. Бери. Бери мне сюда. Валим. Нет.
нет, 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 нет. Это было близко. А, черт. Так. И где мы теперь? Ну хорошо, что. Не с самого начала. Так. Я ничего не вижу. Выключи это все, выключи. А, ясно. Опять. Вот так. А еще так? Еще так? Да, давай. Давай, 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 давай. А как мне выбраться? Или это типа безопасная зона? Да, видимо, нам нужно сюда или вот того. Потом. Подожди. А. Хорошо. О, ясно. We were all sisters. How could you? My head burns. Она же... Да. Ну
нет, 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 нет. My hand burns. You're trapped in it. I can't see anything. I can't see anything. У меня ничего нет. О, ясно. My eyes, my eyes. You shouldn't. I will make you regret your shit, fucking whore! My eyes, you shouldn't. У меня ничего нет. Я даже отбиться не смогу. You're pathetic. You can't just kill me. My hand burns. My eyes. Рыб. So, you're still here. I can't be looking that great. Oh, this isn't how I wanted to die. I didn't want it to be like this. I should never have come here. It's all my fault. It would have happened anyway. They didn't give a damn about the disease. They only used it to improve the Phenoxyl. The moths were the final piece for the cure. And to show the world how much they were, they had noticed how moths were acting on Felton after he caught the disease in Egypt in 58. Oh, he deserved it. We were all test animals at the plantation. They used us. They made us believe we had been touched by the hand of God, giving us the disease as a sign. But then trouble came. The eyes burning, the bandage, the horrible pain in the head. Oh, this? Just forget. Phenoxyl was created as an antipsychotic drug for war veterans suffering from post-traumatic stress disorder. To forget the horrors. As a father who ruined his daughter's life, forcing her to live as a man.
Belzenus. Just like all of us. He was a victim. He could only count on the results of the experiments at the plantation. When they withdrew the drug from the market because of its crazy side effects. Wyman, that fucking bastard. Synthesizing parasites and mixing them with the drug only showed him he could do better. That it was possible to modify and control memories. Our memories. But we were only able to control the moths and be sick. Very sick. And those damn memories would come up again sooner or later. Now I understand. Belton always told the truth. He just wanted to protect Celeste from all of this. From himself. From his Jennifer. The sessions were for her to just forget. Forget everything forever. And he was the one to push her to leave. And eventually, she did. She ran away. But I still have unanswered questions. It's not too late. This is not your end yet. It may be the end of everything. And maybe we're already dead. And neither of us knows it. I'm not the one who is crazy here. Maybe we both are. You could have been one of us. No, I couldn't have. Yes, you could have, sister. But I could never forget that day. All the screams, the flames. How could you? You wanted to propagate it as a sign of God. This was not a gift. This was not from God. It was fucking stupid science. And those two things have never been compatible. We believed it. It's true. And we were wrong. But you left us there to die. I don't know. I don't remember. I can't remember. It's all confusing and I don't... It's over now. No, I don't want to die rotting in hatred. I've hated all my life. I don't care anymore. It doesn't matter who you were, what we were. You are what you have become. Look at yourself. Okay, what did they need to say? Nothing like this. This is all just farce, discount store garbage. You know, now I remember when I was young and I would lie on the grass. Oh, I loved doing this. I would stay for hours staring at the emptiness and seeing myself somewhere else, where I could go far away. And now, all these memories hurt. Oh, that hurts so much. Why can't we just forget? Why do we have to remember? Because that is how we save our memories from oblivion. She is still alive. You will find her. I know you will find her. On top of the world. What? If God is real, I hope he is made of this love. I hope you will both forgive me one day. I already have.
okay. Forgiveness. No. В каком-то роде она права. Должно же быть что-то красиво в конце концов. Два сердца никогда не одиноки. What was in the bag? What did she find? A goodbye. A goodbye that spoke of hope. Hope? Do you mean to say that, despite everything, she was not resigned to the idea of finding her? No. Not at all. Я не уверена, что именно его вывесило. Мне кажется, он просто не совсем допонял, что тут к чему. Хотя мне лично все понятно. Хотя знаешь, что его могло вывести? Он, наверное, видел один из трейлеров второй части. И я такая тоже, типа, я не буду говорить, что там, но мне кажется, он не то, что он пошел по пальцу пути, вот помочи. Не то, чтобы он пошел по пути Хвоста, или вроде того. Но у меня такое ощущение, что я, может быть, чего-то недопоняла. Во всяком случае, сколько бы я ни смотрела на эти триллеры, я все еще, если честно, не особо понимаю. Это вообще какое время? Потому что выходит, что... мы в каком-то роде действительно путаемся, кто есть Селеста, кто есть Дженнифер. Главная героиня называется Дженнифер там. То есть, по сути, следующая часть будет как раз про Дженнифер. Да я до сих пор толком не понимаю, это про именно про Дженнифер, сами понимаете кого? Или про Селесту, которая сбежала? Моя не понимает. Да-да-да. Какой это год? Так, перевода еще нету, да? Мне ее все равно докупить надо. Просто я подумала то, что может быть сейчас еще что-нибудь потом. Подожди, нет. Назад в будущее, да? Сейчас объясню, Мария, это тебе, что типа, смотри, вот Розмари по той или иной причине, которая не, ос-
не особо называется. Она яростно хочет найти пропавшую приемную дочь Фелтона. Он же оказался женщиной. И вот в общем попадает во все это такое, что получается, что вот то, что вот она и говорит, что вот она очень... Она некоторые вещи сама не помнит, потому что она тоже была, как и Глория, среди алых монахинь, которые использовали вне их ведома... Ну, не то, что вне их ведома, но они не осознавали всей серьезности в экспериментах с феноксилом. И получается, что... К слову, о ненадежных рассказчиках. Что, как они все, я имею в виду, с кем она сталкивалась, все помешанные, так и она в каком-то роде помешана, потому что она тоже была там. Она тоже прошла через это. Понимаете прикол? Поэтому у нее тоже бывали вот эти галлюцинации, как мы видели. Я не знаю, что там Артур не понял. Я ей говорю, мне все понятно. Мне правда все еще непонятно то, что будет потом, имею в виду, в той второй части, которая уже, кстати, вышла. Могу, но мне надо докупить. Мне надо докупить. Вообще грузить, наверное, часа полтора. Я не думала, что я сегодня так быстро. Потому что что-то у Артура это очень долго получалось почему-то, и он гонял на этих мотыльках, они его все время жрали. А я такая думаю... Юль, все нормально. Другой момент, что я действительно могу на ходу переводить коряво. Поэтому даже не знаю. Где ты есть? Пес. Блин, я не знаю, что мне сейчас делать. Я не думала, что это все будто пройдет. Я думала, я тоже буду тупить. Так, какие есть предложения? Есть предложение просто закончить. Есть предложение... У меня... Что у меня тут есть? У меня сейчас закачана первая часть Пенумбры, например. И продолжение топить банку. О, ё. Вау! Я не знаю, что произошло. Вторая часть вышла только вчера. А смотрю в стиле все обзоры в основном отрицательные. Господи, бедный Дарил. Что ж там такое произошло, мне теперь интересно. Я, в принципе... Ой, нет, не буду ничего говорить. Я просто к тому, что, возможно, это не совсем... Не то, чтобы это популярно. Это не особо популярное мнение, тем более, что сейчас вот эти вот все темы с полами, оно такое все внезапно стало популярно. Не то, что внезапно, но оно назревало. В общем, это... Мне кажется, вот конкретно, я не знаю, что там натворили, что они там все натворили в второй части, потому что по трейлерам она меня уже немного смущает, хотя я все еще ее хочу. Потому что там Розмари прям такая осуровила после этого всего. Она начала курить еще больше, по-моему. И... Так, что я хотела сказать? Поэтому я считаю, что ни в коем случае, ладно, хрен с вами, делайте, что хотите, когда вы взрослые, но когда еще люди, дети маленькие и так далее, их ни в коем случае нельзя трогать по этой теме про то, что кем ты хочешь быть или кем мы хотим, Шума, там, плевать, мы хотели, что ты девочка, мы хотим, чтобы ты был мальчиком. Вот эта игра как результат того, к чему это приводит.
Возьмите себе на заметку. Так. Посмотрели трейлер и обиделись. Кто-то, наоборот, не должен был обижаться на это, но я не знаю. Так. Блин, что бы такое включить? Я просто думаю, включишь что-нибудь тупое или сюжетное. Или, может, тупое, типа, там, на полчасика, типа, с вами пообщаться, потому что, наверное, нет. Как вы думаете? Так, алло? Ну, сейчас в любом случае выйдем отсюда. Сейчас. Ребята, а хотите на телепузиков походить? Не, наверное, сюжет на меня уже сегодня не хватит. Но банку, если хотите, то пью. Так вот, как насчет телепузиков? Сейчас, где она? Ну, типа, просто... Нет? Что-то их... В смысле, нет? Или хубики? Тогда придется вас зазвать. Или хубики? Хубики. Слепузиков и банку. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду, Паде? Я тебя не погибаю. Так. Тогда другой вопрос. Вы хотите со мной или просто посмотреть немножко? Типа одним глазком, потому что я, наверное, еще на полчаса и все. Типа такое автопати. Ну, значит, телепузики. Ну, значит, телепузики, ребята. Как хочешь сейчас. Тогда так и назовем сейчас. Сейчас. А, блин, уберись. Так. Так. У меня до сих пор не было ни одной короны там. И алло. А, черт, забыл. Подожди, я не понял. Алло. А, не, все нормально. Чуть-чуть поменьше себя сделаю. Охренеть, теперь они тоже остановили античит, как Dead by Daylight. Я боюсь стримить Dead by Daylight, потому что оно у меня и так все висит, когда я запускаю, а тут еще это, все остальное. Ну, как бы да, но я имею в виду, что, видимо, в последнее время они тоже такие посмотрели, типа, чё-то у вас очень много. Да идите вы нафиг, короче, вот так вот заслонили. Хотя, по-моему, все равно. Ой, простите.
Я говорю, я когда вот одного из группы упоротых уэльских игроков увидела, что вот один закупил себе это, я такая, я тоже хочу. Такой, типа... Я могу дудеть по нотам, да. Так, алло. Юля, специально для тебя предлагаю каждый раз глотать, как только я вылетаю. Так, а почему? Сейчас, подожди, надо настроить, видимо, стик после оформления там что-то пошло не так. Сейчас. А, понятно, переименовалась. Так, а если так? О! Я могу попробовать. Я все еще не получается выиграть. У меня ни разу этого не получалось. Вау! Какие-то добавили. В прошлый раз этого не было. Ясно. У тебя есть... Мяс. Блин, сука, все нового теперь. Развлекай, да. И что-нибудь интересное тут, типа... Ладно, пофиг, давай, потратимся. Так, блин, куда? А, вот сюда. Да у меня ничего интересного, у меня тупо вот это странное нечто. У меня такой по дефолту костюм. О, господи. Я волшебная! Так тупо. Нет, ладно, все. О, а это как? Я не знаю, что это, но давай попробуем. Поняла, это, наверное, типа, когда все... Так, сейчас. Я успела. Ой, вставай! Так, ладно.
Ау! Нет, Соня! Да вставай так! Нет! Черт, так, да блин, дайте мне встать! Дайте мне... Я ничего не могу сделать! Ладно, спасибо хоть на это. Спасибо. Очень давно пора, пошли. О-о-о! Завались. Нет, там уже дофига людей. Нет, не вышло. Нет. Вот сейчас банка быстрее уйдет. Нет. Ясно, все с вами. Балл за стиль, это что такое? Так, ладно. Не вышло на сегодня ничего. Ну, в смысле, на сейчас конкретно. Так. Что-то пошло не так. Давай еще раз. Юль, не знаю, достал вот этот момент, когда я в Пасмофобии играла, ой, типа, тему... Обожаю эту штуку. Играем до тех пор, пока кончится банк. Блин, я только хотела риту. Опять это? Ладно. Блин, ребята, 20 числа 3 визи выходит. Мне надо тут срочно проходить. И в этот раз я точно ни у кого не буду смотреть. Я пройду сама сначала. Потому что я уже хочу. Да! Я не хотела смотреть. А! Ну ладно. Ладно, мне даже лучше, спасибо. Я не хотела смотреть, типа, ролик, типа, пробное прохождение, типа, от этих, как, типа, показ геймплея. Но мне случайно попалось, и я такая, оно уже запустилось, это видео, такая, нет, я не хочу смотреть. Нет, ладно, я посмотрю. Хорошо, уговорили. И прям... А! И такая, о, да, я хочу! Да, что-то, знаешь, типа, прокачали. Типа, блин, если бы они какой-нибудь еще ремастеринг... ремастеринг бы выпустили. Не, конечно, этого не будет никогда, ну просто... Не, ничего не выйдет, опять ничего не выйдет. Отстань от меня. Нет, ничего не выйдет. Я уже вижу, ничего не выйдет. Угу.
Ясно, меняем мод. А, что-то не видишь. У меня не получается. Ладно, пошли. А, подожди. Вот. Мне нравится этот бас. Ладно. Так, алло? А, отлично. О, господи, как вас много людей. Завались. Ладно. Прилетели. Полетели, девочки. Ау, где есть? Есть. Я вас очень много. И да, ты права, я не пыталась. Ух, успела. Как я буду в эту дудетик ржать? Кстати, знаете что? Я все-таки намерена однажды устроить стрим типа в косплее Майла. О, это новенькое! Типа, в чумной маске. Но для этого мне нужен какой-нибудь мегафон, говорю, господи. Микрофон, поэтому я хочу закупить такой маленький, типа... Я его увидела в одном ролике про ASMR. Я такая, прикольно, можно еще устроить, типа, стрим в стиле ASMR. Это будет прикольно. Вау, как же клёво, ты смотри на это. Сколько они сезонов вообще приготовили? Это же типа... Они, наверное, сами не поняли, что сделали. Хуже, чем... Яичко.
Где? Да, и что мне делать? Я опять ничего не выделяю. Ясно. Ясно. Сейчас мы кое-что сделаем. Мне надо чат поставить на зарядку сейчас. О, боже, опять это. Хорошо. А, точно. Мне таким макаром хватит на два раунда только. Мне нравятся эти звуки, они издают такие. У вас вот этот. Такой смотрит на меня, такая, ты чё? Ладно. Так, давайте еще раз. Я говорю, мне ненадолго хватит. Уважительная причина продумать. Опять это какое-то. Thank you.
Нет. Ясно. Что-то мне не видит сегодня вообще. Хватит только на последний раунд, видимо. А там я, наверное, все-таки попробую записать, представить что-то. У меня почти готов один ответ для Аска. Ну, мне как бы надо докрасить две последние иллюстрации. Без них я пока не могу. Еще знаете, вот я вот тут ролеплею с одной моей знакомой по фандому Alan Wake. Типа, у нее тоже есть свой персонаж. Мы вот типа вместе сочиняем типа кроссоверные приключения вместе с ее героем и моим Майло. И я внезапно пришла к выводу, у нас там один интересный момент был. Не буду углубляться, но суть в том, что... Нет! У меня нужен еще один. Почему все время этот раунд попадает? Ну, в общем, суть в том, что, типа, Майло все время получается в маске, и он боится все время, как бы, показывать свое лицо по многим причинам, в том числе и потому, что он не хочет никого пугать своей болезнью и так далее. А, прости, чувак, я не хотел тебя удерживать. И, в общем... То есть таким образом он чуть ли не хочет стереть себя из истории, но не то чтобы стереть, но он не хочет как бы особо запоминаться, потому что он типа, он просто делает свое дело, он просто пытается помочь другим выжить и старается выжить как бы сам и как бы не надеется на то, что типа его будут помнить и так далее, и в каком-то роде он даже этого не хочет. А вот Нея, вот эта вот как бы получается девушка, которой он будет помогать в моем основном романе про него. Ау! Она как раз-таки наоборот, она хочет типа ему доказать, что чтобы такого хорошего человека, как он, должны... Ну, как она считает хорошего человека, он на самом деле не всегда хороший. В общем, типа, его должны помнить, и она, типа, делает все для того, чтобы... Типа... О, отлично! Типа, да, не отсвечивать, да. И, в общем, она в какой-то момент займется тем, что будет собирать про него всякую разную информацию, в том числе и, типа... История очевидцев по типу... Искать по всему... Типа, по всему миру его упоминания и так далее, типа, спрашивать людей, которые... Либо потомки тех, кто его встречал, либо сами его помнят и так далее, и, типа... Как бы, в каком-то роде она будет это делать тайно, потому что она понимает, что он этого не хочет. По многим причинам. Не только потому, что он стесняется, но и потому, что он боится, что таким образом, типа, раз она будет ворошить его прошлое, то его могут найти не очень хорошие люди и использовать как-то. Ну, в общем, как-то так. Я говорю. Поэтому я и сейчас стараюсь писать только рассказы, потому что я еще не созрела для романа. Это все очень сложно. У меня прям эпопея будет прям... Эпичный роман, что-то не в двух частях, а то и больше, я не знаю. Я еще не решила, но все очень сложно. А! Она сработала? Ой! О, пошли. Нет! О, господи, это... Кластер трак!
Вот именно, да-да-да. О нет. В общем, Нея будет всячески стараться, типа, оставить, типа... В общем, оставить его след в истории вроде того. И, возможно, даже она не одна будет это делать, и ей будут помогать те, с кем она столкнется в этом плане. Но это при этом учитывая то, что она сама обладает... чем-то вроде проклятием, и Майло будет стараться... Он, в свою очередь, будет стараться узнать ее прошлое, в плане того, почему она такая и так далее. Потому что у меня чуть ли не... Не знаю, насколько это будет правдой, но у меня в концепции, что она вообще чуть ли не, скажем так, родилась в другом времени, и... В общем, ее как-то в детстве перенесло в наше, что ли, я не знаю, мне это трудно объяснить. И что, типа, она тоже, типа... Ну, я говорю тоже, потому что сегодня про Фелтонов говорили. В смысле, что она приемная дочь своей семьи и так далее. Ах ты скотина. Просто кто-то взял и удержал меня. Вау, какой викинг. Ясно. Ой, я улетел. Банк ушла. Ладно, последний раз и на этом заканчиваем сегодня. Я что-то разговаривалась, потому что мне надо было поделиться этим. Да. Это, знаешь, это вот постоянно говорят тут про, типа, про людей, как, ну, в смысле, про, которые как раз-таки специализируются на хоррорах и так далее, что, типа, про одного летсплеера говорили, что, типа, он весь такой спокойный, когда играет Dead by Daylight, допустим. А потом она начинает играть в Fall Guys, ругаться на каждом раунде, так, фач! Гореть по каждому пустому поводу. И все такие, кто бы мог подумать, что детская с виду игра может так выносить мозг. Мне тут так понравилось. Я что-то очень сосредоточен. Я, кстати, уверена, что так и будет, Мария. Что кто-то из этих изысканий и найдет его, и попытается как раз таки использовать. Другой вопрос, что я бы не сказала, что
что Майло такой весь overpowered. Ну, как бы всесилен. Он далеко не всесилен. Хоть у него и способностей много, и они мощные довольно. Но как бы... Надо, конечно, найти ему кого-то типа подобного себе, что ли. У меня есть одна соседняя концепция про еще одного бессмертного, но я еще не додумала ее. И я еще пока не знаю, встретится ли он с Майло или нет. Хотя, по идее, ему стоило бы. Кто-то хотел меня удержать. Завались! Юля, у меня из-за тебя появилась привычка говорить слово «завались» после того, как я переводила твоего вентилятора. Это такое смешное слово, но оно много о чем говорит. Наконец-то. Хоть куда-то дальше прошли. Господи, это что такое? Это что? Блин, я хочу себе вот такого скафандра, но я уже не уверена, что он мне достанется рандомно или вроде того. А то я бы бегала в таком скафандре и говорила бы, что я Томас Зейн. Я пришел помочь тебе, Алан. Ладно, давайте на этом все и все. Как вас докопили. Докопили хотя бы до одного уровня. Я феечка. Ладно. О, господи, как же это тупо. Ладно, чё. Да-да-да-да, гештальт закрыт, да-да-да. Так что спасибо, что пришли. Я еще не знаю, наверное, дотяну до амнезии, скорее всего. Я сейчас пока, наверное, ничего не буду. Я еще не придумала, что будет, так что... Ай, да-да-да. Сделаем так. Чпынк.
спасибо, что пришли. Наверное, там иди уже. Та-дам! Пока всем!